Друзья, всем добрый вечер. Как вы? Как настроение? Как торговая неделя? Напишите пока быстренько в чат, все ли окей со звуком, с картинкой. И начнем с вами потихонечку. Пообщаемся. Такая достаточно жаркая неделька вышла. Насыщенная прям. Америкосы что-то, правда, разрывают волатильность. Напишите пока в чат, ребят, как с картинкой, все ли окей, все в порядке, и будем с вами начинать потихонечку. Задержка небольшая в чате есть. Кстати, всех поздравляю с первым днем осени, с 1 сентября, с днем знаний. Сегодня 60% трейдеров в школу пошли. Получать знания. Ладно. Все окей. Окей. Все, вижу. Все нормально со звуком. Так, пару секунд прям и начнем. Ребят, ну что там по... Начнем с Америки. Или начнем с России. В принципе, и то у нас прям сильно... Хорошие движения дали, прям. Начнем. Давайте по стандарту, ребят, перед тем, как начнем с вами, поставьте лайк под видео. Те, кто не подписан на канал, все ссылки на телеграм-канал, на ютуб-канал, вот здесь сразу под видео в описании. Подписывайтесь, ребят. И если вам нравится та работа, которая делается, те идеи, которые и в телеграме публикуются, и еженедельные стримы мы с вами проводим, пишите комментарии, мне будет приятно получить от вас обратную связь. И давайте по S&P перейдем, ребят, посмотрим вообще, что у нас происходит здесь. По отдельным идеям, по гигантам, может, пробежимся, сектора посмотрим. Потом Россию прям плотненько так разберем, Китай посмотрим, что там с Китаем. И вообще, почему, если мы смотрим на средний срок какой-то, на долгосрок, то по текущему уже прям кайф можно набирать позиции. Сейчас все подробно разберем, посмотрим. Если у вас какие-то есть вопросы, тогда пишите, будем с вами прерываться и отвечать, посмотрим. В общем, что у нас по S&P 500? Ребят, в начале недели, когда я присылал, это вот, давайте мы чуть уйдем внутрь дня. У нас есть двухчасовой таймфрейм. Ну, в общем, не суть. Идея какая у нас? Мы глобально находимся все же пока в восходящем вот таком коридоре. Это что, глобальная история. И мы выделяли для себя шортовый диапазон. То есть, сейчас обращу внимание. То есть, вот эта идея уже не актуальна. Она уже отработала. Уже нисходящее движение мы получили. И у нас на неделе, то есть, в самом начале недели, какая история была? Нисходящий коридор у нас, вот такой нисходящий канал. И в начале недели я прям записал для вас видео, кружок в Telegram. По текущей ситуации, что у нас происходит. Вот обратите внимание, у нас здесь минимумы уже стали перебивать. И у нас хаи уже стали перебивать. И мы прям плотненько подошли под вот это вот ключевое сопротивление, от которого мы несколько раз отбивались. И прям писал о том, что вот если выйдем выше, то получим верхнее движение. Вот обратите внимание, выше получили и сразу просто импульсом задернули вверх, даже не дали никакого теста, сразу задернули выше. То есть не поехали вот этот диапазон выполнять в нижние границы и сразу задернули вверх. Вот почему вообще сейчас немного мне не нравится все, что здесь в S&P происходит. Сейчас попробую донести свои мысли. Потому что у нас прям жестко разрывают волатильность. Обратите внимание, у нас то сливают, то разрывают. У нас просто вот такие запильные движения происходят по Америке. Потихоньку рынок труда, кстати, начинает охлаждаться. И данные выходят, говорят о том, что рынок труда охлаждается. И вот это все может привести к тому, что ФРС немного повременит, как минимум повременит с повышением ключевой ставки. Ну а если прям в лучшем случае, то... оставят на текущем, либо, ну, понижать навряд ли будет, в лучшем случае, я думаю, прям оставят по текущим, да и все, в принципе. Но уже, я думаю, о каком-то повышении ставки можно немного отодвинуть эту историю. То есть, что у нас, обратите внимание, сколько у нас вообще впереди сопротивлений. То есть, есть еще Вульф,
проецируется, я сейчас его тоже покажу. Смотрите, то есть нисходящий канал, вот этот уже не актуален. Вот этот тоже не актуален, мы вышли уже из него. То есть вот эта идея уже отработала себя. И вот это тоже не актуальная история. То есть вот это тоже отработалось. И что у нас формируется? Вот у нас есть незакрытый гэп сверху прям. Вот этот, где-то 456-452, вот обратите внимание, мы вот прям четко пришли сейчас под это сопротивление, вот еще одно сопротивление, у нас прям целый каскад сопротивления, это в том и парадокс такой своего рода, да, и в том подлянка такая, что у нас, когда мы со дна поднимаемся, очень много сопротивлений, которые встречаются у нас на пути. И вот первая идея, что у нас вот это сопротивление было, которое нам нужно было выбивать. И вот сейчас второе сопротивление, которое нам так или иначе, такое истинное, которое нам тоже нужно выбивать. Еще гэп не закрытый. То есть если закроем гэп, в принципе, куда-то ниже можем укататься. Нужно, в общем, с текущей ситуации смотреть, что будет происходить. В принципе, мы с вами глобально, есть у нас цели 485, я также актуальными держу их. Но нужно понимать, когда это будет история, а не пойдет ли вот так расторговываться вот сейчас... Сейчас покажу. А не пойдет ли вот так вот расторговываться, накапливать вот это вот все движение в какой-то кластер или в какой-то поджатие? Вот, в общем, что здесь будет? У нас еще здесь на самом деле прослеживается и бычий вульф. То есть, обратите внимание, первая волна пошла, вторая волна, третья. То есть, третью сейчас, если расторгуют, можем поехать с вами в четвертую, потом в пятую. То есть, вот такая вот история еще может быть. Явно выраженная здесь вульф история, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, а потом в шестую поедем. То есть мы с вами можем и таким образом расторговаться, то есть вытянуть вот эту вот всю идею в боковик, вот в такую вот, во флетовую историю. То есть топить куда-то прям выше, ну с текущих я прям не решаюсь на самом деле, тут прям, посмотрите, не пускают выше, то есть сгружают немножечко это движение, не пускают выше. То есть нужно будет смотреть, где сейчас эта волна, первая, вторая, третья, где эта четвертая волна, где она сейчас будет. Если задернут чуть повыше, потом спустят, либо здесь задернут, потом спустят. В общем, история на текущий момент мало понятна. И вообще, вот не понимаю, что происходит в Америке с технической части. Здесь как в лучшем случае эту всю историю бы прям расторговать хорошенечко. И что-нибудь понятное сформировать, где мы можем уже дальнейшие, где мы можем дальнейшие проекции делать. Но вот пока по Америке на самом деле неоднозначно все, и поэтому немного стороной нахожусь, стараюсь отдаленно к Америке подходить, прям аккуратно. По фьючерсу, что у нас, какая история? То есть у нас аналогичная история, нисходящий канал был, мы шорт здесь почти добили, вот этот глобальный диапазон, то есть это все можно убирать. Это уже не актуально. И вот сейчас мы прям вот под вот это вот сопротивление на фьючерсе, оно более отчетливо прям видно. То есть без гэпов, без всяких, просто цельный, хороший график, понятный, что происходит сейчас. Вот мы вышли выше с вами, сейчас можем с вами какую-то вот такую проекцию сделать. Куда-нибудь повыше, вот в район 460, как раз под вот этот вот максимум. Попробовать вот в эту историю съездить. Ну... В любом случае, надо посмотреть, либо сейчас мы оттестируем как-то этот уровень, потом поедем выше. В общем, если здесь сейчас тест дадут, прям очень круто будет присоединиться. В принципе, на следующей неделе какая у нас история? Там в понедельник день труда в Америке, поэтому биржа в понедельник не работает. В понедельник будем только по России работать. Ну и, в принципе, укороченная неделя, поэтому... В любом случае, вот по красоте было бы прямо увидеть чуть-чуть ниже пролив, и от этого уровня уже поработать, можно даже через ETF поработать. Но то с текущего положения это вот какая-то вот такая история, пока мало понятная на самом деле, как она будет расторговываться. В любом случае, с текущих повремените, потому что мы вот прямо под самым сопротивлением находимся, уже стоит прикрывать потихонечку. Добрый вечер, ребят. Все росло на российском рынке, как ракета. Да, российский рынок вообще просто, ну, невероятно озолотил на этой неделе. Прям очень. Сейчас мы до него тоже дойдем, посмотрим, что отработало, что не отработало, по каким компаниям еще есть идеи у нас.
Что дальше? Поехали. Что там по NASDAQ? Еще, в принципе, вот то же самое. Гэп у нас есть незакрытый, если QQQ смотрим. У нас шорт здесь идеально просто отработал. Эта идея уже не актуальна. То есть мы с вами так или иначе пока продолжаем. Немного технику обновил я, по техническую картину обновил. Если вы заметили, по S&P 500 и по QQ под нынешние реалии. То есть у нас первое сопротивление было, и мы от него прям шипом, обратите внимание, пробили и сразу слили его просто в моменте. В моменте. И вот сейчас какое-то движение мы получили. У нас есть гэп незакрытый. Сейчас либо от него отобьемся, как-то здесь консолидируемся и дальше поедем расти. Либо как-то расторговывать эту всю историю. Вот непонятно. Я думаю, маловероятно вот такой истории, что мы также продолжим с вами плавно расти. Потому что впереди у нас еще сентябрь насыщенный прям. И поэтому хотелось, конечно, какой-то более понятной ситуации получить по американскому рынку, нежели что сейчас происходит. Поэтому мы там, кстати, пытались с вами частично что-то нагрузить. Вот LNZA, мы с вами заходили тоже, какой-то профит дали маленький. Но она так вяло тоже идет, какое-то движение идет, сейчас коррекционное идет. Наверное, скину ее тоже, не буду удерживать пока. Без убыток закрою, не нравится мне что-то вообще сейчас Америка, что сейчас происходит. По AMD получилось небольшое движение забрать. Прям это с ребятами мы обсуждали, прям с самых низов. С вот этой точки, с поддержки небольшое движение, там через премию тоже забрал. 7% здесь, если смотреть. Кстати, ребят, по Америке, вчера я присылал компанию VinFast. Обратите внимание, чем она интересна. Но я не стал всю техничку публиковать. То есть, свое видение сейчас покажу этой всей истории. Сейчас, секунду. Свое видение сейчас покажу этой всей истории. То есть, мы с вами пока продолжаемся. Я здесь алерт себе поставил, даже обозначил его идея. Что у нас есть прямо сильный такой уровень сопротивления, поддержки ключевой. Вот его бы как-нибудь удержать, но вот в противном случае это утопят, конечно, всю историю. Это вот в 20 уровень. 20 это вот прям край, край, куда могут все это дотащить. Поэтому вот, если до 20-го дотащат, то прям спокойно можно набирать опционами и забирать премию. Поэтому это что касается, не торопитесь по этой компании, я вчера прислал, а то смотрю, уже начались вопросы о том, что какой откупать, где смотреть. Не торопитесь сразу входить, друзья, то есть если я что-то публикую в открытом канале, да, в закрытом немного по-другому будет, иначе информация даваться, то есть больше конкретики прям. Если что-то публикую, вы посмотрите, что есть, пока мы выйдем с вами из вот этого нисходящего канала, пока расторгуемся, как хотя бы заколят что-то, тогда можно спокойно уже под уровень присоединяться. Вот с текущего момента что-то прям жестко льют, так даже если мы в 15-минутку с вами уйдем, посмотрите, как проливают прям хорошенечко. Сейчас покажу более подробно. И здесь слили, и здесь. То есть на каждом сливе у нас просто объемы проскакивают. Ну и так или иначе мы вот в 20-ку с вами доехать можем. Отсюда уже посмотреть, поинтереснее будет история. Поэтому вот это что касается ВФС компании. Что еще? Что еще? Мы, кстати, на прошлом стриме еще по Америке с вами OSG смотрели. Тоже неплохое движение дала. Но я что-то раньше времени ее скинул. На 7%. Она еще чуть выше пошла. Вот это. Это, кстати, такая же самая история, что и в ТАЛ была, что и в этом по Китаю. То есть ТАЛ. Вообще Китай сегодня очень хорошо растет. Сейчас крупнейшие банки Китая рассматривают возможность дальнейшего снижения ставок и за счет этого больше хотят стимулировать экономику Китая. Но там сейчас вообще по Китаю неоднозначно все. По технике прям очень все красиво. Сейчас еще перейдем на такой глобальный таймфрейм Китай, посмотрим. Больше картина станет ясна. Вот у OSG такая же самая история была, что и в TAL. В принципе, дают пока движение. Выше есть 4.90. Если кто держит, можно держать, подтяните там стопы и, в принципе, можно удерживать. Что касается... Сейчас, секунду. Что касается Америки, то есть IVM, это понятно. Ну, в общем, по S&P 500, я думаю, историю обрисовал. То есть у нас либо с вами может быть вульф какой-то,
вот такая вот какая-то история в виде Вульфа. И дальше поедем с вами пилиться. В любом случае, у нас сейчас есть вот это вот сопротивление, незакрытый гэп. Либо его сейчас задернем, закроем, потом поедем ниже. Ну, в общем, пока прям так сильно позитивно, не смотрю. Надо в любом случае вот это хорошее движение, вот это ростовое движение немного сгрузить и что-то здесь сформировать, чтобы большей картиной ясна как-то стала. Даже вот если мы с вами обратим внимание, здесь слив хороший прошел, но вот на вот этом баре мы пока не получили какого-то аномального прям интереса со стороны покупателей. Сейчас даже на часовик уйдем. В принципе, вот по текущей ситуации, по S&P, повнимательнее. И если кто-то позиции переносит на выходные, тоже, ребят, повнимательнее, потому что в понедельник не торгуемся. Имеет ли смысл перекидывать, если какие-то краткосрочные идеи вы держите? Ладненько, поехали дальше. Что у нас там с полупроводниками? По полупроводникам. По полупроводникам тоже вот такой прям глобальный канал. Пока в рамках глобального канала вся история идет. То есть какая-то поддержка была. От нее отбились. Что сейчас происходит? Ну, тоже вот еще одно сопротивление тоже у нас. Закололи сначала, пробили. Ну, то есть пока вот по полупроводникам пока тоже пока не пахнет прям каким-то глобальным таким снижением прям куда-то ниже. По DXY, кстати, просили посмотреть текущую ситуацию, что здесь происходит. То есть обратите внимание, это вот дневной таймфрейм. Давайте на 4-часовой уйдем. Не-не, лучше на дневном. Сейчас, секунду. То есть у нас есть вот такое снижение прям хорошее прям по DXY. И обратите внимание, то есть у нас есть снижение, расторговали кое-как, вообще непонятно, что здесь происходит. То есть у нас есть вроде вот такой канал, который торгуемся в рамках вот этого канала. Либо у нас есть вот такой кластер в виде накопления прям, да? Что это вообще сейчас такое? Непонятно, что здесь происходит. То есть мы с вами прям под верхней границей сейчас находимся с сопротивлением. И говорить, если о возврате вообще, укреплении индекса доллара, то и его пути куда-то повыше, то в любом случае надо задергивать выше. Вот перехай хотя бы вот этого уровня делать, снимать стопы, как-то закрепляться и потом ехать выше. Это что касается индекса доллара. Вот мы с вами обсуждали, когда последний раз индекс доллара, какая история здесь была. Ну, то есть он под сопротивление, на поддержке прям сотой был. Мы вот когда последний раз с вами общались, выделяли вот эту поддержку сотая. И когда прям все топили, что индекс доллара дальше ему дорога ко дну, я писал о том, что вот сотая есть поддержка, ключевая поддержка. Если мы ее сольем, тогда пиши пропало. Но вот что касается именно текущего момента, ее смотрите, сколько раз держит вот этот сотый уровень, прям хорошенечко держит. И вот какая-то вот такая вот история боковая идет. Ну, в общем, если кто работает по индексу доллара в рамках вот этого канала, так и работайте тогда. В принципе, каких-то новых проекций здесь просто не сформировано. Так, сейчас я открою вас. Угу. Это что касается, ребят, по индексу доллара. Это что... Сейчас, секунду, вот такую еще историю позакрываю. Тут все перекину из... S&P 500 и продолжим с вами. Это что касается вообще, в принципе, Америки и вот этой всей истории. Мы, в принципе, можем с вами и по техам посмотреть, что здесь происходит у техов. Какая история. Вот сейчас кого там сильно прям нагружали. Прям что-то сильно-сильно нагружали. Что-то я вам хотел вам какую-то историю показать, чтобы вы посмотрели. Сейчас я уже не вспомню, наверное. Викс, TLT. TLT, кстати, банды тоже в топку летят пока. Особо как такового интереса пока нету к бандам. То есть кто-то там пытался работать от покупки. То есть, ребят, пока не торопитесь, потому что вот такая вот история есть, ее держит. Ну и как бы пока мало интересная. Даже вот ключевое такое сопротивление у нас тоже есть прям. Поэтому это что касается TLT, TMEF, аналогичная вот такая вот вся история.
По Америке есть еще вопросы, ребят, по текущей ситуации? В принципе, я думаю, картина ясна на текущий момент. Нам нужно в любом случае здесь смотреть, что будет дальше расторговываться. Каждый день что-то новое нам преподносит Америка. Сейчас много данных выходило на этой неделе ключевых по рынку труда. И от этого на самом деле много зависело. И интерес тоже со стороны покупателей и вообще, в принципе, продавцов. Ну, в общем, по Америке, я думаю, картина ясна. Особо пока текущей расторговки вот немного не проецируется. Вот этот есть какой-то поддержки. Не знаю, это все такая прям, знаете, глубоко локальная история. А если прям куда-то выше смотреть, то есть, ну, непонятно вообще, что там дальше будет. Ладно. Оставим мы с вами эту всю историю с Америкой. Поехали по России, посмотрим. Дальше уже Китай тогда. И зацепим коин, посмотрим Мара. Тоже интересная история. То есть у нас маршрут был вот такой на прошлой неделе, что мы с вами поедем выше. То есть, в принципе, он реализовался. Я сегодня в ланге, большой позой, 73.2 тейк. Это мне дал. В принципе, сейчас покажу. У нас с вами по России вот такая вот история была, что поедем выше на прошлой неделе. Говорил о том, что, в принципе, маршрут реализовался. Поехали выше. Вот эту вот всю историю локальную мы с вами тоже удержали. Прям хорошенечко так удержали. Пока вот все прям очень сильно выше целят. Я на самом деле не удивлюсь. Не удивлюсь, даже если куда-нибудь в 3500 мы с вами уедем. В 350 по MX-у. Это по фьючерсу. Это прям, ну, супер позитивно. У нас достаточно сильная такая модель здесь сформировалась. Ее прямо отработали. И у нас есть прям очень хорошая вероятность того, что мы с вами в 3500 поедем. Поэтому это что? Вот, я вспомнил, что такое. По Ришке, если кто-то фьючерс на индекс РТС смотрит, ребят, то тут прям, ну, как не в себя нагружают эту всю историю. Сейчас я вам покажу, она больше ясна станет вам картина эта. Сейчас, секунду. Я думаю, вам больше ясна станет эта вся картина. Ну, то есть тут прям вообще жесткие объемы какие-то вливают. И в одну, и в другую сторону, обратите внимание. Просто шестибарки везде пролазят. То есть на каждом росте у нас просто какие-то нереальные объемы вливают. Здесь, здесь, здесь. И каждую поддержку ее просто фиксируют, либо набирают. То есть прям очень хорошее поджатие такое идет. Это что касается, если кто фьючи торгует. Вот обратите внимание. И прям хорошее такое поджатие у нас идет к вот этому уровню 106. К 106, 106500. Можно вот прям с текущих поработать, либо можно вот от какой-то локальной вот такой вот поддержки попробовать забрать движение где-то пониже. Либо где-то здесь расторгуют повыше, либо с выхода тоже повыше дойдут. Ну вот это та история, на чем еще можем мы с вами поехать выше. Это на РТС еще тоже могут хорошо прям задернуть вперед. Так что вот на Россию, если честно, прям максимально позитивно смотрю. Что на индекс московской биржи, что на фьючерсы, что на РТС. Вообще прям, ну, максимально все позитивно, максимально все по бычьи прям смотрится. Вот такую историю мы с вами выделяли на прошлой неделе, что пойдем на перехай вот этого уровня. В принципе, я техническую часть вообще не менял на техническую часть не менял вообще по этому индексу, по индексу московской биржи. В принципе, весь маршрут актуален. Пока мы с вами так или иначе растем, какие-то коррекционные движения на пути мы можем получать, но это все равно вся история куда-то выше. Поэтому прям, ну, очень симпатично смотрится. По доллару рублю, что у нас здесь происходит. В принципе, у нас вот сотая цель была такая ключевая. Сейчас, если локальная история идет какая-то в виде такого канала прям локального. Не знаю, насколько затянется эта вся история, но все равно в любом случае
это все куда-то пониже целит. Пониже целит. Поэтому надо дождаться просто, когда сломают какую-нибудь одну историю вот этой пирамиды. Какой-то один уровень сломают, и тогда прям хорошенечко пониже дадут. Пока вот, если кто-то работает, будьте поаккуратнее, потому что, ну, так и могут выше дергать этот доллар-рубль. Поэтому вот это что касается доллар-рубля и вообще текущей ситуации. То есть техническая картина, если вы посмотрите, то есть пробивают, тестят, держат, пробивают, тестят, держат. И все вот в рамках такого канала идет локального. Поэтому говорить о каком-то сливе и сейчас работать куда-то вниз, ну, не совсем правильно. Даже если с учетом того, что вроде как добили вот это вот все движение верхнее. И пока просто непонятно, куда расти. Вот локально дождитесь, дождаться надо прям, что снесут вот эту поддержку, прольют ее. И тогда можно куда-то пониже топить. Что еще, что еще? Так, это мы с вами обсуждали. Поехали Alibaba посмотрим. Давайте по Китаю пройдемся. Что здесь вообще с Китаем у нас происходит? Сейчас по вопросам вашим пройдемся, что у нас здесь. Так. Подел. А вы когда в позицию входите, вы... Подел. Можно мне не поддал. Я сегодня в лонге большой позой. 73.2. Тейк. Ну, я думаю, вы прям на гэпе брали ее, да, я так понял. То есть, когда вот это гэп был, на ее брали. Ну, тут прям хорошо пробили так. То есть, она даже на перехай улетела. В принципе, держите, она растет и растет. На хороших объемах ее выбили. У нее отчет был. На хорошем отчете она и полетела выше. Поэтому. Да, я думаю, спокойно могу дать и 70 куда-то повыше. То есть, ну, тут нужно сейчас диапазоны нанести, посмотреть, какая это вся история. Но вообще так, если визуально, то тут и до этого видно, прям ее хорошенечко набирали на каждом. Объемы прям проскакивали. Поэтому это что вот касается по Dell. Так. 7JJ. CCJ. CCJ. Ну тут, в принципе, хорошее было вот это вот поджатие. У меня она разрисована. Мы, видимо, с вами уже смотрели вот эту всю картину. Разбирали ее. Пока растет и растет. В принципе, ничего не мешает. Хорошее трендовое движение. Поэтому... Чего паниковать. Хорошая трендовая история идет вот так вверх и идет. Поэтому пока... Пока не вижу каких-то поводов для переживаний или скидывать какие-то позиции. Поэтому... Пока все good, пока все окей. Вот так просто смотрите, перетаскивайте эти уровни и смотрите, где вам держать. Тоже надо диапазоны накинуть, посмотреть, куда потенциально вообще рост. Но это больше такая, знаете, среднесрочная история прям. Куда-то повыше все это задернуть. Пятница не очень день. Ну да, Dell неплохо прострелил на отчете, но это просто к вопросу о везении. В общем, друзья, что касается Китая, обратите внимание, я вот эту вам историю хотел показать. То есть индекс, китайский индекс, обратите внимание, какая здесь история. Это вот месячный таймфрейм. И одна из идей, почему вообще я смотрю максимально позитивно на Китай. То есть, если мы говорим с вами о... Если мы говорим с вами вообще, в принципе, о какой-то среднесрочной, долгосрочной истории, то это однозначно хороший прям лонг с текущих. Неважно, какие там новости выходят, еще там что выходит. Это все потом... Сейчас, секунду. Это все потом подстраивается под текущие реалии. То есть, у нас есть прям хороший... Такая хорошая трендовая линия,
Обратите внимание, сколько, когда мы к ней подходим, отбиваемся, мы прям хорошие движения получаем. Вот здесь то же самое. Обратите внимание, мы отбились и получили какое-то движение. Вот сейчас надо немного расторговать вот эту вот всю историю. Поедем с вами выше. Либо с текущих выше, либо еще чуть-чуть пониже дадут эту историю, потом выше. Но в любом случае, если смотреть глобально на Китай, то это однозначно все рост. Китай — это одна из тех стран вообще, которые не дадут утонуть. Поэтому вот я максимально смотрю сейчас на Китай и на вот эти вот все китайские компании: Alibaba, JD, Tal, Lio, NIO, там XPF, что там еще, Vips, Baidu, Еду, всякие вот такие вот истории. То есть, если мы с вами дневку посмотрим, то есть есть пока вот такая вот история, нисходящая, глобальная вот такая вот прям нисходящая история. И вот уровень есть 18 тысяч, либо вот он сейчас удержит, мы с вами еще как-то подрасторгуемся немного здесь и поедем повыше. Ну, либо по инерции, конечно, это все ниже чуть-чуть пролет, и где-то здесь уже будем с вами ловить. Это вот что касается Китая. В принципе, Китай мне вообще сейчас интересен. Вот обратите внимание, FXI, то же самое, это по Китаю. Мы с вами смотрели уже эту историю. Тут тоже какая-то история под Вульфа проходит, только под Медвежий уже. То есть первая, вторая, третья, четвертая. И четвертая пошла вот так на удлинение. Вопрос, когда мы с вами в пятую поедем волну. То есть это если Вульфа строить. То есть первая, вторая, третья, четвертая. И четвертая пока не дала. Вот и не совсем приятные истории вот этих Вульф, что они свои волны удлиняют. И здесь то же самое. Вот ее удлинили, пока вот такой есть диапазон, кластер, накопления своего рода. То есть в рамках вот этого накопления торгуется цена. И вот куда сейчас поедем повыше? Либо вот сюда задернут, либо еще чуть-чуть ниже дадут, только потом повыше. Ну, в общем, в любом случае это все прям хорошенечко выше смотрится. Вопрос в том, когда это поедет. Это уже надо прям в реал-тайме смотреть, в реальном времени. То есть КВ, такая же самая история. Здесь вообще боковик идет с начала 22 года. Вот такая вот, вот вся история идет. Поэтому максимально сейчас на Китай нацелен. То есть КВ, китайские техи, они вообще нормально смотрятся. Они, то есть, смотрите, как расторговали прям хорошенечко всю вот эту вот историю расторговали. Здесь выбили, здесь. Ну и прям цели тоже прям хорошенечко все выше. Если даже по Китаю смотреть, вот Alibaba. Alibaba пошла выше тоже. То есть вот эта история уже немного не актуальна, потому что она отработала. Alibaba пошла выше. Можно прям с текущих работать. То есть если средний срок и каждую какую-то просадку, такую локальную, добирать просто и целить выше. Это вот так, почти такая же история, когда мы здесь набирали и движения все забирали. По JD такая же самая история. То есть был нисходящий канал такой. Обратите внимание, нисходящий канал. То есть это все в рамках накопления идет. И нисходящий канал, то есть его сейчас пробили, вот эту поддержку удержали. Ну и поедем мы с вами тоже повыше. Поэтому вот к JD можно спокойно с текущих присоединяться. 34-38 и куда-то повыше. Поэтому JD сейчас тоже максимально позитивно на нее смотрю. Вообще, в принципе, весь Китай мне, ну, нравится. PayPal. Кстати, PayPal недавно я смотрел. А мы ее вроде, не знаю, там 2 недели назад, что ли, обсуждали. Тут, в принципе, ничего не изменилось. Вот такую вот историю я держу. За гагулину какую-то. В принципе, ну, это все прям куда-то ниже топится. Куда-то ниже прям целится. Тут даже если отчеты хорошие проходят, обратите внимание, ее все равно топят. Поэтому не знаю, когда это все движение остановится. И если вы удерживаете, то будьте аккуратны. Тут, в принципе, вот поход прям на 43 очень хорошо просматривается. Прям вот на 43 это такое. Тут ни одной поддержки нету. Тут в свободном падении она прям... И ее ничего не удержит. Поэтому она так или иначе сейчас как-то пытается за какой-то уровень закрепиться, чтобы куда-то повыше дернуть. Ну, а здесь покупателя нету. То есть просто льют, льют, льют это все движение. Поэтому какую-то вот такую вот, наверное, историю. Ну, в общем, по PayPal вообще мало все. И от шарта можно поработать, но
Я не любитель от шарта работать, поэтому вот пока пропущу. По ПП, короче, мало всего позитивного. Не очень интересна история. Упро. А вы что хотите сделать с Упро? Откупить? Ну это же троекратный ETF на S&P 500. А мы только что с вами обсудили S&P 500. Куда он целит, а вообще что происходит с ним. Ну, то есть обратите внимание, по S&P 500 не пускают сейчас выше. Фиксится. И... Ну, не надо этого делать. Ну, как минимум, не надо просто. Потому что сейчас фиксы идут вот прям под сопротивление. Ну, в лучшем случае вам по хаям раздадут прям. И потом будете терпеть вот эту просадку всю, пока чуть ниже дадут. Прям под сопротивление. Поэтому, ну, про тут не то, что про УПРО, про троекратный ETF надо вообще забыть на текущий момент. Тут надо про SPY забыть. Вот SPXU, посмотрите. Если вот только по нему поработать на... Это обратный ETF на S&P 500. То есть можно попробовать от него, от лонга поработать. Здесь, в принципе, запас хода на процентов 10 есть. Поэтому лучше через него взять движение, нежели через UPRO. Я просто не совсем понял. Или вы шортануть хотите UPRO? Ну, короче, я думаю, понятная история. По Apple, в принципе, тут ничего. IMOX. Хорошо, кстати, вообще на неделе, да, прострелило, что ролла пошла в район 38%. Мы ее прям с вами очень... Я не знаю, сколько раз я ее упоминал на канале. Наверное, раз 5 точно я упоминал, что я ее держу. Вот в неделю точно каждый раз я писал о том, что я уже устал держать это ролла. И что держу, держу, все нагружаю, нагружаю, нагружаю. Юнипро. Ну ладно. Русалова. В общем, хорошо, хорошее движение, что Русалова дала, что... Сейчас что, Инарктика тоже. Корпорация Иркут тоже там дала. То есть проекции были на 31%, она вообще полетела еще выше. Сейчас. Сколько здесь дали по итогу? По итогу где-то в районе 50% она. 50-60% давала. Объединенная авиастроительная корпорация тоже полетела. Тут вообще 107%. Ну, то есть сейчас почему-то вот больше на Россию целюсь, потому что Россия, понятно, мне нравится вообще, как компании ее расторговываются. То есть есть еще очень много компаний, по которым хорошие точки входа и которым прям с текущих можно присоединяться. Поэтому сейчас вообще прям, ну, максимально позитивно смотрю на Россию. Идей очень много. По Америке сейчас я просто не решаюсь на самом деле. Какая-то история непонятная здесь вообще, что здесь происходит. Ну, про UPRO я вам уже сказал, что это трикратный ETF на рост. То есть, если S&P 500 полетит, UPRO в три раза хуже полетит. Поэтому, ну, вот с текущих не надо. Средний срок можно более какие-то интересные точки для входа получить по американскому рынку, нежели сейчас брать. Поэтому, ну, вот SPXU, можете его рассмотреть для покупки. Это обратный, получается, реверсный ETF. Ладно, мы с вами от Китая ушли. По TAL то же самое, обратите внимание, его выбили, оттестировали. Сейчас опять движение пошло, вот запас на десяточку куда-то есть с вами дорасти. Вот прям предыдущий хай. Ли, Нио. В общем, любую компанию просто берите по Китаю, наносите техническую часть и работайте вообще спокойно. То есть по Китаю вообще максимально, ну, все круто смотрится. И если касается, вот обратите внимание, это вот еще раз вернемся к этой истории, к месячной. То есть просто вопрос времени, когда Китай задернут выше. А его в любом случае задернут. Просто что будет драйвером? Обычно всегда на таких точках, каких-то ключевых моментов, проскакивают важные события, важные какие-то новости, на которых прям
хорошенечко разворачивают вот это все движение. Поэтому Китай сейчас максимально интересен. Вот лучше по Китаю поработать, нежели чем по Америке. И если у кого-то есть выход на Японию, друзья, то есть индекс Nikkei 225, тут тоже очень хороший потенциал роста. То есть если у кого-то есть выход на Японию, и кто Японию может поторговать, тут тоже вообще очень все круто, очень все позитивно. То есть у нас модель на продолжение, ее выбили сейчас какую-то историю, это вот недельный таймфрейм. То есть какую-то историю сейчас вытягивают вот в такой вот какой-то коридор. Но это все равно тоже вот прям все выше. Поэтому у кого есть выход прямой на Японию, может через Японию работать. Вот очень круто, можно по Японии поработать тоже. По отдельным каким-то компаниям посмотреть, кто там максимально интересно входит. Можно и Японию зацепить. По коину, ребят, и по вообще, в принципе, крипте. Все вы знаете, что у нас там было. SEC отложила сейчас на текущий момент решение, то есть по запуску ETF на спотовый биткоин до октября месяца. В моменте проскочили на неделе новости о том, что SEC проиграла, вообще я писал тоже об этом на канале или говорил, не помню, там голосовое, что проиграла она суд, и на этих новостях просто в моменте одним днем все прострелило там на 20% Fimara и Coin, и Riot, и MSTR тоже, MicroStrategy. Ну а пока вот на текущий момент это все благополучно разгружают, сливают движение. Сейчас немножко расторгуют, и все равно это все движение повыше. Поэтому мы с вами дождемся, пока Coin что-то сейчас сформирует интересное для того, чтобы нам с вами присоединиться. И тогда напишу в канал, когда буду присоединяться. Хорошего роста продолжаю ждать от Coin, и от Riot, и от Mara. В принципе, нужно немного времени сейчас, чтобы разгрузилась вот эта вся история. И тогда прям хорошенечко можно будет поработать по ней. В принципе, подытожим, что у нас по России. По России максимально позитивно смотрю. Жду, что дальше будут вытягивать вот эту вот всю историю. Сейчас вот какую-то такую проекцию сделаем. Что повыше, либо с текущих повыше, либо чуть-чуть задернут. Но все равно эта вот вся история выше будет по индексу Московской биржи. Вообще, в принципе, по РФ максимально позитивно смотрю. То есть по S&P 500 мы с вами обсудили еще раз. Всю историю техническую посмотрим. На текущий момент это в любом случае как-то расторговывать этот весь момент. Ну, посмотрите, то есть фиксируют прям по самым верхам. Не хотят на выходные переносить вот эту вот всю историю долгую. Сейчас немного подразгружают и куда-то пониже поедем с вами. В общем, пока я не вижу просто каких-то проекций, куда выше могут дать. Тут и вот прям Вульф куда-то сюда целит, и здесь сопротивление, и гэп, и вот это сопротивление. Ну, в общем, тут надо смотреть. Если куда-то выше прям задернут, только если в таком случае, это прям при позитивном сценарии. Если повыше задернут, тут закрепятся, дальше уже можно будет рассмотреть повыше. Но вот при текущем раскладе мало привлекательная вообще вся история, это по Америке. Россия, Америка, Китай. То есть по Китаю сейчас, правда, наиболее интересный. Ну и все, в принципе. Все, в принципе, я думаю. Так у нас сегодня с вами быстрый эфир, даже час не прошло. Сейчас неделя такая прям насыщенная, эмоциональная прошла. Вчера нашел вот эту компанию. ВФС. Сейчас я напишу ВФС. Поэтому вот ее бы прям удержать, и тогда можно будет присоединяться. Не торопитесь пока, ее подудержат, и прям можно будет хорошенечко присоединиться. Ну вот в противном случае, конечно, эту всю историю могут и утащить в 20, только там уже поработать по ней. Ну вот, что-то алерт у меня здесь, идея сработала, ее надо уже, наверное, вот сюда тащить. Поэтому здесь просто непонятно, что может остановить. Навряд ли что-то остановит. Поэтому вот так и продолжим с вами. Поэтому вот ВФС, пометьте себе, не торопитесь.
чуть пониже дадут, от этого уже можно просто на премии поработать там. Задрали вообще подразумеваемую волатильность, задрали очень высоко. Можно просто так забрать с рынка бонус и все. Ну и все, в принципе, я думаю, друзья, по текущей ситуации. Есть у вас вопросы? Фосагро в падении, плохие новости по ней, где можно подобрать Фосагро? А, Фосагро. Сейчас найдем ее. Где она здесь? Сейчас РФ. Сейчас. Фор, где этот тикер-то? Ну ладно, давайте напишем просто, и все, не будем заморачиваться. Фосагро вообще полетела. Так. Где ее подбирать? Да непонятно, где ее подбирать, не торопитесь. Ее подбирать. Сейчас вот такую вот историю мы перенесем. Не торопитесь ее подбирать. Она вот прям под максимумами была. Под вот этими максимумами. В принципе, неплохо так держали ее. Я техник в основном, поэтому фундаментальную картину не особо сматриваю. Здесь, конечно, бы вот прям хорошенечко ее куда-то повыше выбить, и тогда можно было дать уровень. Да, пока уже все, забудьте вообще про Фосагро. Я бы вообще не обращал на нее внимания, потому тут уже новая проекция пошла. Вот здесь может, если только от вот этого какого-то уровня. И то я бы на 7000, да, все равно не смотрел. Там есть по РФ другие прикольные компании. Просто пока исключите ее из своего watchlist'а и все, не смотрите на нее. Карвана. А я, кстати, по-моему, писал на нее. Да? На канале я, по-моему, про нее писал. Потому что у меня вот такая вот история стоит. 100% писал. Сейчас я даже посмотрю. Да. А, нет. А, да, писал. Вот, как раз 23 августа писал про нее. Слушай, ну, очень круто. То есть, сам написал и сам не проторговал ее. Если вы проторговали, ну, поздравляю, очень круто. Прям по самым низам получилось. 36% забрать Байнур. Ну, очень круто. Прикольно, прикольно, мне нравится. То есть, хорошая идея. Отработала прям очень круто. Что-то я как-то ее упустил. Она у меня даже не висела в watchlist'е, в работе. Ну, вот бывают такие истории, когда напишешь что-нибудь, какие-то компании разберешь, которые интересные поторговать. Ну, а сам вообще упустишь этот момент. Надо будет себе пометить эту историю. Хорошо отработала. Киви стоит часть зафиксировать? Да нет, там киви вообще глобальные истории. У нее там вообще очень большие. У нее там вообще очень большие цели. Да нет, она только локальную идею отработала. У нее ей еще и расти. Это вы можете ее просто догружать, Евгений, догружать там рост вообще вот в 960 куда-то, а то и выше. Поэтому ей расти и расти. Поэтому на киви это вот прям среднесрочная такая идея. Ее закинул и все, и держать, и забыть про нее. Поэтому не скидывайте, сразу движение пошло в вашу сторону, не надо скидывать. Там потенциал роста вообще очень большой. Что-то меня этот ВФАС не отпускает, прям хочу
движение на нем увидеть какое-то понятное и присоединиться. Дождусь, сейчас что-нибудь расторгуют, но я думаю, это уже ближе к следующей неделе будет история. Расторгуют его немного, и тогда можно будет поработать. Я, кстати, надеюсь, ребят, что на следующей неделе уже функционирует канал. То есть там уже нон-стопом. Я просто себе просто не позволяю больше идей публиковать. Нон-стопом спам просто будет в чат. Идей просто нереально много, особенно по российскому рынку. И отрабатывают очень круто. Такие вот прям самые сочные какие-то в чат. А остальные вот все прям за всем, чем слежу, за все, что торгую, когда присоединяюсь, это все, конечно, в закрытое будет. В закрытый канал. Для этого он, в принципе, создается. В принципе, это что касается российского рынка. Ребят, по Америке... Не знаю вообще... То есть, когда Америка кормила, она кормила. А что сейчас происходит? Ну, ждать от нее дальше какого-то роста. Непонятно вообще, что здесь. Сейчас еще экспирация на следующем месяце у нас. Поэтому... Ладно, ребят. Спасибо большое всем за эфир. Спасибо, что пришли, посмотрели. У нас, в принципе, такой сегодня... Я думал, как-то... Энергичнее все пройдет, интереснее, но что-то сегодня прям мало вопросов. Америка, в принципе, вообще пока не интересна, ребят, поэтому, ну, будьте аккуратны, кто вот сейчас влазит в нее. Особо, если честно, просто непонятно, что от этого всего ожидать. Я думал, на самом деле, Nvidia затащит на отчете. Ну, что-то как-то она не утащила. Тоже какое-то слабенькое движение получили. Я думал, поинтереснее будет, как вот в этой вот истории в какой-то, когда она прям все рынки задернула и дала прям глоток свежего воздуха рынкам. Ну вот пока нет, не дали. Ну чего, давайте, ребят, последние вопросы, и если тогда нет вопросов, будем с вами заканчивать и уже встретимся на следующей неделе. Впереди выходные. Кто только по Америке работает, вообще у вас 3 дня впереди выходных, отдохните от рынков, наберитесь энергии, и, в принципе, мы с вами с новыми силами ворвемся. Рынок, еще больше идей, еще больше торговых сделок, еще больше всего интересного будет. Пока вот, ну, по России действительно говорю, кто не торгует, вы многое теряете, серьезно вам говорю. Я раньше тоже упирался в Россию, что нет-нет-нет, а тут такие прострелы идут. Компании, и, ну, понятно, что там второй, третий эшелон, но реально очень большие движения на этой неделе забрали, и все идеи, которые присылаю, они все отрабатываются. По Америке, еще раз повторюсь, ребят, не переносите, будьте поосторожней. Ну, пока непонятно Америка, стараюсь внутри дня работать по ней, ну, просто чтобы лишний раз обезопасить. Поэтому не жертвуйте той доходностью, которую вы получили, лишь бы получить какую-то сверхприбыль. Спасибо вам, ребят, за ваш вопрос, что приходите, вопросы задаете. И вообще, сообщество наше потихонечку увеличивается, это радует. Доходности растет, портфели растут, в принципе. С вами в таком, может быть, кому-то не быстром темпе. Все, растем. Все, спасибо за эфир, друзья. Всем хороших выходных. Отдохните с первым днем осени вас. И до встречи. Пока-пока.